seconds remaining. 5 seconds remaining. Добрый вечер всем. Это студия Игрокам ТВ, у микрофона Друг, и мы начинаем матч между командой Na'Vi против Team Tinker. По пику, собственно, и по бану вы видели все сами. Ну, когда Night Stalker появился в пике, молчать стало просто невозможно. В чем, собственно, дело? Все дело в артстайле, исключительно в нем. Если Night Stalker будет у нас конкретно для артстайла, то игра обещает быть вообще сногсшибательно интересной. На данный момент в пике команды Team Tinker уже есть Shaker, есть Queen of Pain, есть Karius Mag и Clockwork. Со стороны команды Na'Vi, Wisp, Sniper и Night Stalker. Ну, в баню Natus Vincer из интересных ребят отправили Phantom Lancer. Никто его не хочет видеть вообще. Это, в принципе, разумная вещь, потому что как контрить его по факту непонятно. Да и комба у Natus Vincer, я смотрю, тут точечная. Больше никаких сумасшедших AoE раскастов, ничего особенного, что бьет у нас не только по героям точечно, но и по всей локации, не имеется. Под кого у нас берется Висп, это вопрос. Возможно, это будет Висп вместе с Найтсталкером, и Найтсталкер зайдет для артстайла на мидлейн. Хотелось бы посмотреть, там Найтсталкер от артстайла обычно залетает и без всяких виспов, и все хорошо получается у Ивана отыгрывать на данном герое, но если будет с виспом, то будет что? Будет интереснее, будет проще, будет больше шансов расформиться НСу и расковыривать команду Тинкер на всех частях карты. Ну, вообще, по пику команды Тинкер, Clockwork у нас наверняка отправляется в сложную, Квапа, скорее всего, для Койквы будет на мидлейне. Шейкер с Karius Mag будет саппортить следующего героя, которого пикнет Team Tinker. Na'Vi не хотят видеть Войда на роли мейн-керри команды Тинкер. Ну, еще есть вообще тьма тьмущая керри, которые могли бы убивать. Вряд ли здесь появится антимаг, потому что, по идее, Night Stalker должен насиловать антимага до появления мантастайла. А мантастайл попробуй нафарми вообще антимагом. Вы знаете прекрасно, что на ранних левелах данный герой весьма рахитичен. А НС, в свою очередь, много имеет дэмэджа, и элементарный сайленс превращает в обычный кусок мяса у нас антимага, поэтому не думаю, что Тинкер у нас рискнул. Сларк появляется для Team Tinker, это уже попроще. Dark Pact, в принципе, сало сбрасывает, Void сбрасывает, все, в принципе, вполне логично. Ну и Na'Vi, последний пик, скорее всего, это будет... Хотя не верят, кстати, Team Tinker, что у нас фармить будет Night Stalker. Герокоптер, ждали и дождались. Герокоптер в пике команды Natus Vincer. Дэнни забирает себе снайпера. Герокоптер у нас будет для хвоста. Это вообще чудо из чудес. Ну, лучший персонажей и интересней, и более классических персонажей, чем есть на данный момент вообще для хвоста и для артстайла, и не придумать. Хотя сейчас артстайл виспа возьмет, и вообще будем в шоке. Ну, скорее всего, да. Артстайл забирает Найтсталкера, и Санейка берет себе виспа. Дэнди у нас будет играть на снайпере. Фаник на бэтрайдере отправляется в сложную, и герокоптер для хвоста. Со стороны команды Тинкер панда будет отыгрывать у нас на шейкере. Койква будет стоять на квапе в мидлейне. Флоу будет играть на клокверке. И Блэк будет у нас фармить на сларке. Ну и Karius Mag всю эту ерундистику, соответственно, саппортить. Пока что по пику Na'Vi выглядят, ну, очень симпатично. Исключительно благодаря вот тому, что нужные герои у нужных игроков в руках. Как будет дальше, посмотрим. Как будет реализация, тоже будет очень интересно понаблюдать, что там будет артстайл делать с Найтсталкером. Ну, вы понимаете, что это саппорт Найтсталкер. Никто роль керри артстайлу не отдаст. Рановато как-то. Да и вообще, роль керри уже давным-давно закреплена за хвостом, пока артстайл у нас, сами знаете, чем занимался. Ну и мидлейн тоже у нас давным-давно за Дэнди. Поэтому просто так дарить какие-то важные линии артстайлу никто не будет. Но капитан команды Na'Vi неплохо отыгрывает и на саппортах, особенно на таких функциональных, как тот же Баланар. Собственно, свое вывести должен. Санейка у нас на виспе. Возможно, это вообще будет роумящая дабла какая-то, которая замучает всю команду Тинкера. Возможно, это будет роумящая дабла, которая просто провалится, и Тинкера смогут всю комбинацию Na'Vi в ничто превратить. Ну, посмотрим. Пока еще файтов у нас не было, выходов друг на друга команды не организовали. Но в любом случае будет интересно смотреть. Это нижняя сетка, напомню, четвертый раунд. И
И матч в формате Best of 3. Катка только-только начинается. Ну, как понимаете, да? Две игры выиграл, пошел дальше. Ну и не надо объяснять, что в нижней сетке будет с теми, кто два матча сможет проиграть. Все, в принципе, команды готовы. Пошел сигнал, пошли крипы. Можно начинать файтиться. Фаник выходит у нас на койку. Сразу же фиссура здесь от панды. Ну и все, Firefly и Batrider бежать отсюда. Фаник в итоге на легкой линии будет стоять и уже наполучал. Больше половины хп снесли у нас Бэтрайдеру. На сложной линии стоит у нас Герокоптер. Хвост на нем будет фармить. Ну и два саппорта, Санейка и Артстайл. Против них стоит в соло пока что Блэк. К нему уже перетягивается здесь постепенно Шейкер на мидлейне, пока Койква с Пайлайдаем. Но это до ужаса. Надоедливая дабла и надоедливый саппорт, который просто нон-стоп будет мучить у нас снайпера. А снайпер из тех, кто от Скайра Смага проседает вообще дичайшим образом. Фиссура пошла в Денди. Койква не быкует, хотя лишнее уже себе позволил. Пайлайдай через кусты за Денди. Опять же, есть Аркан Болт у Пайлайдая. Главное увидеть Денди, но Вижена нет. Данил очень удачно спрятался в кусты. Пока что там ему и место, лучше оттуда не выбираться вообще. Уже Артстайл приходит у нас на мидлейн. Немножко напряг здесь панду. И самое время отсюда уходить. Хотя и Висп с хвостом и без того, в принципе, фармить свое должны. Поэтому Артстайлу можно вообще нон-стоп бегать по лайнам, где-то создавать какой-то дисбаланс на линиях в пользу команды Na'Vi. Флоу у нас на клокверке в сложной. 3 на 0 у Фаника. Игрок, в принципе, оффлейн для него, но тот, который стоит в легкой линии. И поэтому сложная линия для Фаника весьма и весьма легкая. Вы понимаете, что ситуация у Бэтрайдера гораздо проще, чем у клокверка. Во-первых, потому что стоит на легкой линии Бэтрайдера. Во-вторых, потому что Бэтрайдер у нас рендж, а клокверку надо подходить близко. Где-то можно подставиться под напалм стаки, где-то под фаерфлаем сгореть. Все это неприятно, и одними когами здесь не отделаешься против бета. Блэк у нас по фарму просто бедняга. Один крип к началу третьей минуты. У хвоста в это время 13 на 2. Что будет с этим Блэком, непонятно. Вполне может быть, что у нас Сларк в итоге станет мальчиком для битья. Хвост фармит, у хвоста почти третий левел. У Блэка тоже близко к третьему, но никаких денег ему, в принципе, скрипов не идет. Только если что-то накапает. Дэнди на мидлейне против даблы по-прежнему. Пинг-панда отсюда не уходит. Очень понравился ему мид, облюбовал это место. Ну и старается всячески напрягать снайпера. Где Скайра Смак в это время? Пайлайдай с мидлейна ушел. И как по мне зря. Все-таки через Арканболт можно из снайпера вообще живую мишень сделать нон-стоп. И просто спамить. Оставить снайпера без фарма вообще. А так Дэнди неплохо еще фармит. 11 на 2 у него. У Койквы 12 на 4. Артстайл ничего не боится, получает экспириенс с отведенных крипов. Одного забирает вайдом, второго забирает с руки. Самый наглый в мире саппорт. Иначе и не скажешь. Хвост в это время с Санейка 18 на 5. Первый крипстат на карте. Второй крипстат у Бэтрайдера 17 на 1. По фарму Na'Vi уже более 1000 опережают своих оппонентов. По экспе тоже Na'Vi порядка полутысячи выигрывают у Team Tinker. Снайпер начинает проседать по хп. Опять фиссура, опять Shadow Strike в Денди. Но Денди тут просто гниет на мидлейне. Пока не придет какой-то из саппортов, у Денди всегда будет ситуация очень и очень накаленная. Вообще, Денди на снайпере — это так скучно, как по мне. Во-первых, снайпер скукота страшная абсолютно. Во-вторых, Денди, который сам по себе игрок нестандартный, игрок, постоянно играющий в агрессивную доту, и тут на тебе снайпер, просто стой и стреляй. Сам по себе снайпер как-то в амплуа Денди вообще, как по мне, не вписывается никоим образом. Но есть, в принципе, тактика, есть видение, капитана команды и в дальнейшее развитие игроков тут в лейту. Ну и, конечно, не мне Артстайла поучать. Ну, опять же, снайпер, прошу прощения, в команды заходит хорошо. В любом случае, это план Б, план С, тот герой, который все необходимое к лейте вывезет и просто с километра сможет расстрелять команду, как на подступах хайграунду, так и просто в любом ганке. Да и вообще в соло выйти через фазы, через шрапнель, через мом.
собственно, герой полезный, безусловно. На Бэтрайдера готовится выход. Байлайдай. Цепляет у нас Фаника. Все, Фаник, скорее всего, приехал. Бэтрайдер отваливается у нас на ранних минутах. И это First Blood, команда Тинкер. Благодаря Скайрос Магу, благодаря батарее Саут от Клокерка, развалили Фаника на легкой линии. 1-0. Тинкера повели. Пока что по фарму Нави впереди, по экспе та же история. Хвост с виспом уже доковыривает топ-лейн. Т1 трещит и совсем немножко осталось. У хвоста по фарму, по-моему, все вообще великолепно. Давайте на Netwars переключимся. 3000 практически у хвоста идет через Rocket Barrage и через Flak Cannon. Никаких тебе ракет. Никакой ерунды, только руками, только хардкор. Поэтому Сларк и не может подойти. То, что Сларку и выйдет ракету, несложно, это факт. И стан здесь, в принципе, не проходит, да и дэмэдж можно кое-как избежать. Пинг Панда видит Дэнди, но что ему делать, пока что непонятно. Пайлайдай здесь не справится с ним никоим образом. Пинг Панда тоже, кроме фиссуры, дать ничего больше не может. Да и фиссуру с километра дать, тут же Aftershock вообще не продамажит. Что, хвост давит дальше. Санейка 4-й левел, у хвоста та же история, тоже 4-й левел. Ждем 6-го, ждем релокейтов, ждем интересной доты. Так, артстайл у нас просел, Фаник на лоу хп. На ботом лейне у нас Возняк, вапу уже забрали. Пайлайдай на лоу хп, за ним Санейка. Есть, в принципе, по Фанику у нас, точнее, по Пайлайдаю напалмы. И все, что останется, отдаться крипам, получится ли? Получается. Какой хитрый сатир-мучитель. Просто через шок-вейв у нас расковырял Пайлайдай. В итоге фраг команде Нави не достается. Просел сам по золоту, а команде Нави вообще ничего не подарил. Крутая, серьезная игра. Нави по золоту 2000, по экспириенсу порядка 700 в пользу украинского коллектива. Блэк хотя бы понюхал крипов, 11 на 2 у него уже крипстат. Правда, тут у хвоста вообще дикость на фоне Блэка. У хвоста 51 на 11, у Блэка 11 на 2. Понимаете, что это унижение вообще по всем статьям. Санейка. Как же криво Санейка у нас делает даблстаки. Не получилось сделать это на нижнем лайне. Фаник хвост, точнее, смещается с нижнего лайна на мидлейн. Но нет ракеты, поэтому цеплять по факту нечем. Разве что под шрапнелью через Rocket Barrage. Но тоже опасно. Все-таки здесь есть Pink Panda. Здесь есть Клок с хукшотом уже и вообще с 7-м левелом. Если где-то закроют у нас гирокоптера без ульты, то даже убить, наверное, никого хвост со старта не сможет. По артефактам. У хвоста уже есть фазы. Так, вапа у нас пошла врываться на снайпера. Через хукшот очень быстро развалили. Отвлекся я на гирокоптера, ждал, когда там 6-й левел у хвоста будет. В это время снайпер отправляется у нас в таверну. Дэнди 8-й пока так и не получил. У квапы тоже чуть-чуть совсем осталось до 8-го левела. Артстайл смещается на нижний лайн. Будет получать экспириенс и по возможности что-то здесь хотя бы вывезет по артефактам. Пока что у артстайла дела не лучшим образом. Первая ночь прошла для него без фрагов. Одна смерть у нас на артстайле. Ну и Блэку тут просто как подарок свыше вообще. Фарм, крипы под Т2 стоят, к нему никто не подходит. Фаник в соло здесь вряд ли с Блэком справится. Хотя можно попытаться хоть немножко продамажить. Нет, Фаник у нас просто напугал Блэка. Сларк отходит под собственный Т2. Так что такое артстайл? Ну куда? Нон-стоп вообще у нас артстайл играет судьбой и в данном случае проиграл. Просто через ракету забирает у нас артстайла Клокверк. 2-4. Нави начинают гореть. Они лучше фармят, но они проигрывают по фрагам. И проигрывают в два раза. Это неприятно наблюдать вообще. Что-то по экспириенсу впереди по-прежнему Нави. Пока у нас небольшая пауза. Кстати, удивительно, не Нави у нас нажали паузу, и не у них лаги, и не у них DDoS. Тим Тинкер здесь занимается данной ерундой. Давайте посмотрим по артефактам. Boots of Speed только у Сларка. 1200 на руках есть. Есть, в принципе, я думаю, вариант Сларку выходить в мид-даст, потому что просто так фармить ему никто не даст. Это сейчас оставили его в покое, пока 6-го нет левела у виспа. Там можно будет врываться и в беднягу Сларка. У Клокверка есть, в принципе, уже Tranquil Бутсы, Bottle, Stout Shield и 700 на руках. У Койквы на мидлейне 716 на руках, ПТ, Bottle и Нул Талисман. У Шейкера ничего нет вообще.
И у Скайра Смага та же история, правда, чуть-чуть побольше денег, чем у Шейкера на руках. Бэтрайдер уже с транквилами, есть ботл для Фаника и 700 по золоту остается до Даггера. У Виспа есть ботл, есть Boots of Speed, пока что Санейка ничего, кроме шестого левела, не нужно. У снайпера есть Аквила, Дэнди также приобретает себе Power Threads и 500 по голде. Для Дэнди имеется хвост с фазами, с Blade of Alacrity, Аквилой. Ну, хвост тут по нетворсу вообще всех и вся имел. 4300 у него по фарму, Койква, мидлейнер, первый в своей команде, и 4000 для него. Ну и артстайл уже сурной. Ночь, правда, прошла, плоховато немножко. Поздновато, точнее, появляется Urn of Shadows для Найтсталкера. Ну, вы видели. Во-первых, артстайл слился раньше там на лайне. Во-вторых, артстайл у нас еще и подарил просто бесплатный вообще фраг для Клокерка. Фраг, который стоил ему 50 маны. Попытался хвост здесь выйти на квапу, но так просто отпугнуть. Небольшой, в принципе, здесь КД на кулдауне, поэтому... Герокоптер может себе позволить. Ну и вообще хвост должен агрессивно себя вести. Все-таки дефать вряд ли кто-то здесь сюда прилетит. Хвосту важно было отогнать от тавера и дальше продолжить фарм. У Санейка пятый с копейками. Сейчас скоро, очень скоро появится уже шестой левел. Появится релокейт, тогда будем наблюдать хоть какие-то врывы. Вообще по левелам у Виспани от шестого и у Артстайла тоже пока еще пятый левел. Ну 0-2 идет кэп капитан команды Нави. Где тут левел насобираешь? Хотя посмотрите на пинг-панду. Вот так должен выглядеть нормальный саппорт. 10-я минута, 3-й левел. Хвоста закрывает здесь Койква. Пошел арканболт от Пайлайда. Еще и курьера можно здесь потерять. В итоге на лоу хп здесь хвост. Сайленс на хвоста. Хвост отпивается. Ну тут под шадоу-страйком не отопьешься. Ну и все, артстайл не туда повернул. Койкву не увидели. Койква в итоге забирает у нас гирокоптера. И опять же ракета от Флоу. Флоу отыгрывает просто на ура. В никуда отправили у нас мейн керри команды Na'Vi, разменяли его на пустоту, потеряли тьму-тьмущую денег. 660 еще и по XP забрали тинкеры за этот файт. И все это опять же село для квапы. У квапы уже 1500 на руках, у Фаника появляется даггер. Санейка сместился к артстайлу. Артстайлу совсем чуть-чуть осталось до шестого. У Виспа шестой левел уже есть. Ну будем ждать, возможно из... Артстайлом у нас Санейка полетит врываться на своих оппонентов. У Пинг Панды четвертый на мидлейне насобирался. У Сларка уже есть восьмой левел. Ну и по фарму. Вот, собственно, о чем я говорил. Сларк у нас выходит в мидас. Курьер уже несет данный артефакт. Но других вариантов Блэку нафармить нет. А Блэк у нас любит фармить. Блэк у нас может вообще забить на всю команду. Лишь бы фарм тек рекой. Ну и здесь реку эту немножко пересушили игроки команды Na'Vi. Хвост вообще с ним обошелся некорректно абсолютно на лайне. Оставили без фарма, и теперь у Блэка синдром нищего ребенка. Все к себе, как можно больше денег. Тратить не буду, пусть просто будут у меня наличкой. У снайпера ПТ уже есть, готовится Дэнди выйти в Яшу. У хвоста Яша уже должен быть. Да, есть данный артефакт. Еще и 400 сверху. Фаник с даггером. Фаник полетел искать первую жертву. Блэк здесь, в принципе, далеко стоит. Фаник Firefly в никуда. Ну, и подфармить будет не лишним. На нижнем лайне у нас Найтсталкер с Санейка. Санейка у нас нянька устроился. Капитану команды Na'Vi не отпускает его. И, наверное, правильно. Потому что Баланар, который имеет наибольшее, по-моему, количество хп у нас в команде Na'Vi... Неплохой показатель по дефу. Умудрился умереть больше всех. Флоу под смоком. На нижний лайн. И опять же здесь дабла из пинг-панды и Койква. И еще дабла заходит в бок команде Na'Vi. Флоу просветил у нас артстайла. Будет ли врыв? Пошел хукшот в артстайла. Должен забирать его Санейка. Санейка никого у нас не забирает. Санейка у нас просто улетает. Потому что на Санейка висел сайленс, как я понимаю, да. Там все правильно сделал Пайлайда, еще и вернется сейчас Висп. Посмотрим, насколько по таймингу будет Фиссура. Нет, Фиссура у нас от Пинг-Панды нет. Теперь Фиссура пошла у нас по Фанику. Фаник на лосо под Файрфлайм. Койку уносит, должны разбирать Койку. Квапа отправляется в таверну, Пайлайда тоже мертвый. Здесь Дэнди уже недалеко, через Ассасинейт забрали Пайлайдая. Ну и два в один подрались. Потеряли артстайла, но нашли чем ответить. По итогу этого файта на 840 заработали, ну и...
со смертью артстайла потеряли. Ну и по XP тут 1-4-8-0. Первый выход на Т1 по низу от команды Na'Vi. Далековато вся команда Team Tinker. Пока хукшота у Клокверка нет, я думаю, что не очень и опасно. Тут фиссура от Шейкера эхо слэмом вообще даже близко не пахнет. Я уже молчу о даггере. Пинпанда у нас немного бомжует. Пошла фиссура от Шейкера. Хвоста пытаются поймать. Мистик Флэйр по Санейка вовремя отходит команда Na'Vi. Раскаст от Койквы. Обалденнейший Соник Вейв. Сразу по двоим. Минус два делает мидер команды Тинкер. Погнали дальше от стайла. Койква у нас в принципе остановился. А у Флоу уже откатился хукшот. Будет ли врываться у нас Флоу? Сейчас посмотрим. Ну до Дэнди далековато. Хукшот здесь просто-напросто не достанет. Ну и все. Флоу извиженно потерял команду Na'Vi. Минус два делает Койква. И Соник Вейв просто на ура вообще залетел. Разоралась так разоралась у нас Клопа. Ну, по счету 5-8. Na'Vi продолжают по фрагам проигрывать. Хотя по голде по-прежнему... Так, релокейт у нас от Веспа. Куда? Хвоста забирают у нас Санейка. Ну и пытается Флоу отсюда уйти. Хукшот потратил, чтобы ворваться на своего же тиммейта. Артстайл бьется об Коги. Должны забирать здесь Клока. Да, через колдаун. Хвост забирает Клока и... Опять же, даблкил для Дэнди. Минус 3 делают Na'Vi в этом файте. Счет сравнивается. И теперь по голде Na'Vi должны отрываться. Артстайл у нас из-за черты бедности наконец-то вышел. Сейчас уже появится ПТ наконец-то для капитана команды Na'Vi. Ну и хоть что-то для Ивана. А то как-то скучно смотрится данный Баланар. Т1 догорает уже. Доживает свои последние мгновения. Еще один тауэр для команды Na'Vi. Снайпер забирает его себе. Хвост по-прежнему топ нетворс на карте. 7000 есть у него. Есть Яша. Огр Клаб. Скорее всего, никаких Сенжин Яши здесь не будет на гирокоптере. Все-таки мы не лоду наблюдаем с вами. Ну, а будет выходить сразу в Black King Bar. И я думаю, Квапан наглядно показала, на кой пес вообще этот Black King Bar нужен команде Na'Vi. По артефактам давайте вообще пробежимся. Для артстайла ПТ где? Вот ПТ для артстайла. У хвоста 1600 после Огр Клаба. У Дэнди уже есть Яша. И Дэнди в Сенджин Яшу все-таки выходит. Остается 150 для мидера команды Нату Свинцер. У Веспа... Ну, Веспа все так же, как и было. Правда, Belt of Strange приобретает себе Санейка. У Фаника Транквилы дособирались. Даггер мы уже видели. Ботл для Фаника тоже есть. Что, готовится Na'Vi драться. Артстайл на Койку. Сайленс пошел. Сюда релокейт будет. Хвост наверняка уже здесь. Койква у нас не улетает отсюда. Койкву забрали. 9-8. Na'Vi впереди. Это Оунич, говорит нам анаунсер. Пинг-панда. Фиссура в никуда. И еще один фраг для хвоста. Даблкил в этом файте. Минус 2 делает команда Na'Vi. Все досталось хвосту. Все, в принципе, по фэншую. 16-я минута. Na'Vi выигрывают 7000 по голде. По экспириенсу порядка 6 тоже для украинского коллектива. Дэнди уже пилит Т1. Ну, то, что Na'Vi доминирует на данной карте, я думаю, озвучивать не стоит. Достаточно посмотреть на графики. Счет тут реально не решает. Фаник у нас врывается на Флоу. Без лосо, просто попортить нервы в итоге Флоу. Но Мистик Флэйр в никуда. Фаник сам себя выталкивает. Очень удачно насобирался форстаф у нас для Бэтрайдера. Сенжин Яша приобретается снайпером. У Дэнди Нетворс второй на карте. Первый у нас хвост. И что примечательно, обратите внимание на список нетворсов. Первые три позиции занимает команда Na'Vi. Фаник здесь опередил даже Квапу. А Койква у нас самый богатый в своей команде. У Койквы до Оркида остается еще порядка 600, чуть меньше золота. Ну... С появлением Оркида, в принципе, тут Na'Vi уже выформили необходимые артефакты, такие как БКБ. Для хвоста нормальное количество ХП для снайпера 1300, плюс ПТ на силу. Тут Оркид на мейн-героев сильно не повлияет. Бэтрайдер тоже у нас не самый дохлый, форстаф есть. Если что, убежать можно будет из любой задницы, куда у нас Фаник умудрится влететь. Да, проблема, конечно, для Веспа и проблема для
арт-стайла, как ни при... Хотя тоже не факт. Арт-стайл, в принципе, у нас достаточно живучий. Если это будет ночью, то и скорость бега будет достаточно серьезная. Ну и хп много, и дефа тоже прилично. По золоту Нави 8000, по XP 7500 тоже в их пользу. Хвост перемещается у нас на эншентов. 1200 уже на руках. Ну, фармит хвост просто с диким темпом. За 18. Так, релокейт пошел у нас от Виспа. Санейка врывается вместе с хвостом на нижний лайн. Флоу здесь. С блейдмейлом. Ну, хвосту, в принципе, класть вообще на этот блейдмейл. Все в порядке. У гирокоптера есть БКБ. Первый раз проюзал хвост данный артефакт и спокойненько улетает. Забрали нужные фраги. Все, что необходимо получить, получили. Улетели дальше фармить эншентов. Артстайл юзает ульту. Попытки кого-то найти, ну, Тим Тинкер уже вообще по норам забились, тут особенно и не вылезешь. Оркид появляется для Queen of Pain. Так, а ну, что там по мекам? Под сейва у Тим Тинкер никакого. Никаких мек, никаких пайпов, ничего вообще командного для Тинкеров у нас нет. Как вывозить дэмэдж от Нави, тем более АОЕ дэмэдж, непонятно. Стоп, Пинг Панда на лоу хп. Ну, еще бы. Шейкер у нас вообще абсолютно голый, поэтому разобрать его... проблемой не стало. Фаник забирает этот фраг, у него счет становится 2-1. У артстайла по-прежнему одни ассисты. Ассисты и смерти. Нон-саппорт, пора с этим свыкнуться. Времена нон-стоп убийств от капитана команды Нави закончились. Тут совсем другая дота началась. У хвоста уже 2200 на руках. Я думаю, что мантастайл появится для гирокоптера. Как не было бы модным собирать Сенжиньяша на любого героя, вряд ли здесь появится данный артефакт, потому что у Квапы уже есть Оркид, и сбрасывает Сайленс. Ну, святое дело вообще для хвоста. Кто вообще посмеет хвоста и на гирокоптере в чем-то ограничивать? Тем более в каких-то важных вещах, таких как касты. У Дэнди появляется Огр Клаб, тоже выходит постепенно в БКБ. Давайте со стороны Тинкеров глянем, что по шмоткам. 20 минут у нас прошло, у Скаля Смага насобирался ПТ у Квапы. Оркид ПТ 1488 было по шмоткам. Ну и по серьезным артефактам ничего. 1600 на руках на данный момент. У Шейкера до Даггера, я думаю, следующая игра будет. У Шейкера с Даггером. Клокверк. Блейдмейл есть, Транквил Бутсы есть, Боттл и Мэджик Уонд для Флоу. Ну и Блэк. За счет Мидаса хоть как-то поправил свое положение по золоту. Даггер имеется, есть ПТ, есть Аквила. И 1100 для Блэка. Фаника здесь увидели, Фаник должен, в принципе, уходить. Блэк у нас цепляет Фаника. Ульта пошла у Дэнди в Пайлайдай. Пайлайдай умирает. Мистик Флэйр, в принципе, в никуда. Блэк на лоу хп, и хвост за ним. Ну все. Никуда у нас не денется здесь, в принципе, Блэк. Кроме как в таверну. Пинг Панда, до свидания. Отправляется в таверну, и команда Нави давит вообще нон-стоп. Посмотрите, последний килл от команды Тинкер был на 16-й минуте. Все остальное, все остальные точки, это в пользу команды NATO Svincer. 9000 по золоту, Нави по экспириенсу тоже девятка для команды Нави. Клок у нас увидел Дэнди, пошел врыв. Хукшот очень точный в Дэнди, но опять же, он кастовал ТП, что вообще можно было делать? Койква промазывает Соник Вейвом, но Дэнди должен догореть. Да, умирает здесь Дэнди, Койква тоже на лоу хп, Фаник за ним, но далековато. В принципе, опять же, замедление от Пайлайдая, должны забирать Фаника здесь. Фаник умирает, артстайл под сайленсом, непонятно кого убить. В итоге Квапа у нас отсюда уходит, Койква делает блинкаут, и артстайл просто стоит и гниет в когах. Через батарея саут артстайла разваливают, Флоу тоже умирает. Эхослэм пошел от Пинг Панды в одного виспа. Как много внимания заслужил Санейка в данном муве. И... Шейкер вообще не пожалел здесь ульты. Ну, хоть как-то надо Тим Тинкер прекращать эту буфонаду команды Нави, потому что умирают нон-стоп. Ну, минус 3 сделали. Что может быть лучше вообще для команды Тинкер? Минус 3, забрали важных игроков. Забрали снайпера, забрали Фаник. Артстайл у нас, конечно, по КД почти умирает. Это не так страшно, но... потерять Дэнди — это явное излишество. У Дэнди осталось нафармить на рецепт до Блэк Кинг Бара. И тогда Квапа вместе с Клоком не будет такой страшной проблемой для мидера команды Нави. У хвоста уже есть Иглсонг. Как сильно фармит хвост, мы в принципе все знаем. И как прекрасно фармит хвост на гирокоптере, тоже всем известно. Блэк тоже фармит просто расчудесно, но не в этой игре. Немножко в данном матче не туда.
зашла комбинация команды Тинкер. Блэка оставили в соло против даблы из Веспа и Герокоптера. И что там делать? Тем более, что через Мистик, через Флэг Кеннон качался у нас хвост, через Рокет Барадж там просто-напросто не подойти. Артстайл врывается у нас на Квапу. Сюда же прилетает у нас хвост вместе с Санейко. Погнали Койкву. Койква через БКБ быстрее делать блинкаут. Да, Койква, скорее всего, отсюда уходит. Дэнди на лоу хп и еще, кстати, под сайленсом. Фло уже готов рываться, надо просто дать вижен ему. Есть вижен по Дэнди. Блэк привязывает у нас Дэнди. Пошла мека от Санейка. Дэнди живет. Пинг-панда на лоу хп. Развернули вообще всю драку игроки команды Нави. Дальше за Флоу. Флоу здесь под ассасинейтом разваливается. Дальше давить. Квапа как не дралась здесь, так и не дерется. Койква отправляется под фонтан, а вся команда Тинкер, практически вся, не считая Блэка, тоже отправляется под фонтан. Правда, не своим ходом совершенно. Располовинили и отправили с курьерами хилиться под фонтан. Ждем дальнейших файтов, потому что файты на самом деле интересные. Несмотря на то, что Тинкер у нас горит сильно по золоту и по экспириенсу, дерутся просто оторванно. Но были бы шансы другие, конечно, у Тинкеров. Может быть, как-то иначе пошла бы игра. А здесь, если не взять пару-тройку файтов серьезных, минус 3, минус 4 не сделать, то понятно, что куда вообще заведет данная игра команду Тинкер. Очередной релокейт от Санейка. Спасать артстайла как только могут вообще. Пытаются спасти артстайла. Тут немножко в когах постояли игроки команды Na'Vi. Не самый удачный врыв, но что поделать. Ладно, эншитов заберут и отвалят. Артстайл стал умирать реже. У артстайла даже один фраг появился, и это уже приятно. Постепенно выходит у нас капитан команды Na'Vi в Аганим. Осталось всего лишь 900 заработать Найтсталкеру. Если команда давит экономически, давит по фрагам, давит по экспе, по левелам, то, собственно, такие атакующие артефакты и требуются. Безусловно, Аганим на Найтсталкере — это исключительно атакующий артефакт, то есть больше вижена, больше пространства для маневра, тому же Фанику, тому же Дэнди, тому же Хвосту в связке с Санейко на Веспе. Чем больше вижена, тем лучше, особенно если ты выигрываешь. А то, что Na'Vi выиграют, в принципе, мы все видим. Т2 по нижнему лайну падает. Одинокая ракетка летит сюда и просто дамажит крипов. Даже хвоста не задела. Т1 на топ-лейне до сих пор стоит. У Na'Vi потеряли только Т1 на мидлейне и Т1 внизу. Хвоста уже появляется баттерфляй. 16 левел, 26 минута по ГПМу. Давайте посмотрим. 602. Для Герокоптера на 26-й минуте, по-моему, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Это при том, что хвост практически не убивал. 4-2-4, даже как-то и несерьезно. Ну, квапы 515, у Дэнди 505. По нетворсу видим, что далеко позади квапа у нас отстает от хвоста на 3000 по золоту. Ну и расфармленный Герокоптер — это не расфармленная Queen of Pain. Собственно, объяснять тут нечего. Фаник под вардами команды Тинкер пробежал. Все в рассыпную. Никому не интересно сидеть в лосо ближайшие 3,5 секунды. Да и вообще подходить команда Тинкер не собирается. Тут разве что если Флоу ворвется, хоть какой-то шанс будет подстопить Фаника. Но с другой стороны есть форстаф и от Мистик Флейра в когах вообще не проблема убежать. Пайлодай вообще у нас гуляет на нижнем лейне, а Блэк умудряется в чужие леса зайти, когда у него начинает гореть Т3 по мидлейну. Ульта пошла от артстайла. Готовы Na'Vi заходить. Фанник под фаерфлаем. Все, фаерфлай закончился. Пока что Дэнди только с километра расстреливает у нас Т3 на мидлейне. Для снайпера мы штром ждем. Хвост. По чуть-чуть. Подошел, отковырял кусочек, вернулся. Подошел, отковырял, вернулся. Ну, Тавру от этого не легче. Тавр проседает и
Команда Тинкер тоже никакой схемы, как задефать свой тавер, как я вижу, не имеет. Вот так, артстайл, соло на Блэка. Блэк пытается сделать тэп-аут, и, скорее всего, у него это получится, и хвост зря сюда влетает. А теперь можно подождать Виспа, когда Висп, где, кстати, релокейт у нас. Куда у нас Санейка вернется? И в паре ли с хвостом? Ну, наверное, чуть по-дружески. Но это уже далеко, это на Эншентах. Я подумал, что прям под хайграундом провязали. А, релокейт, игроки команды Na'Vi будут ждать теперь всем мобам ТТшники своих оппонентов. Нет, так не случилось. У Бэтрайдера уже есть Шива. Фаник тоже по фарму, все хорошо у него. На пятом месте уступает только мейн-керри команды Тинкер и Мидеру. Так, в принципе, оффлейнера просто наказывает по золоту. 10,5 для Фаника и 6800 всего лишь у Клокверка. Ну и по артефактам вы видите. Форстав, Блейдмейл, больше пока что Флоу ни на что у нас не разродился. Игра немножко сбавила свои обороты. 15 тысяч по золоту Na'Vi, по XP 14 тысяч. Тоже впереди, тоже непонятно, почему стоит сбавлять темп. То, что на хайграунд Na'Vi не зашли, в этом рациональное зерно есть. Зайти на хайграунд, слиться втроем, вчетвером, это слишком хороший подарок. Для Team Tinker был бы, тем более, есть внешние товара, можно заходить, сносить их. А потом с пачками крипов по нескольким линиям уже можно будет заходить. Ну и преимущество более чем ощутимое на самом деле, чтобы ждать. Короче говоря, палка о двух концах, тут не пойми, как делать. Ну. Опять же, не оставляют попыток зайти по мидлейну. В принципе, Дэнди в относительной безопасности находится, когда бьет у нас тавер. Врываться просто так не получится. Флоу зацепили, умирает у нас Клокверк. Врывная сила закончилась. У Пинг Панды нет даггера, есть даггер у Блэка. Блэк вряд ли рискнет у нас врываться. Блэк стоит на топ-лейне, артстайл. Решил посерьезки поиграть. Поднимается на хайграунд. Стилить, что ли, тауру Дэнди. Тауэр на лоу хп. Один удар. Хвост. Готов драться. Блэк. Врывается в артстайла. Под мистик флеером. Артстайл разваливается. Пинг панда через флэг кэннон. Гирокоптер очень жестко настреливает у нас по шейкеру. Шейкер отвалился. Ульта пошла у Дэнди в Блэка. И ракета тоже на него. Ну, выиграли себе пространство, чтобы развалить тауэра на бараки, точнее, на мидлейне. Артстайла разменяли в двух игроков команды Тинкер. Na'Vi отходят. Мидлейна у Тинкеров нет. По золоту. В итоге Тинкерата подняли больше, даже несмотря на то, что вдвоем слились их игроки. За одного артстайла заработали 823 и по экспириенсу 2000 с копейками. Блэк готовится ворваться на Фаника. Но тут недалеко Дэнди. На Дэнди врывается Флоу. Блэкинг бар пошел от Дэнди. Дэнди готов драться со всеми вообще вокруг. Койква. Соник Вейв Дэнди. Дэнди на лоу хп. Все, Дэнди отъехал. Койква в лосо. Артстайл должен его допиливать. Что тут с Санейка? Санейка на лоу хп. Блэк на лоу хп. И в итоге Блэк отсюда уходит. Потеряли саппорта, потеряли мидлейнера игроки команды Na'Vi. Забрали только квапу. Блэк на лоу хп, но живой. Блэк у нас решил еще подраться. На Фаника врыв. Фаник на лоу хп. Блэк-то заберет здесь Фаника. Фаник под фаерфлаем на Блэка. Блэку плевать на фаерфлай. По-моему, команда Na'Vi решила устроить немножечко фида. Чуть-чуть. Просто для веселья. Дарк Пакт юзает Блэк. Блэк, скорее всего, здесь умирает. Да, Артстайл забирает важный фраг для команды Na'Vi. Немножко угомонили у нас мейн-керри Тинкеров. Отправили на 70 секунд в таверну. У Артстайла уже два убийства. Маловато, конечно, для Артстайла на Найтсталкере. Очень даже непривычно такое наблюдать, но есть что есть. У Гирокоптера уже есть Сатаник. К хвосту вообще непонятно, с какой стороны подойти. БКБ есть, поэтому в Блейдмейл бей не хочу. Сатаник есть, поэтому просто стой, переживай абсолютно все раскасты в тебя и весь дэмэдж. И через флэг кэнон сжирай всю команду Тинкер. Да, Гирокоптер здесь просто-напросто неприятный. И так приятно вообще наблюдать, что Гирокоптер, благодаря команде Na'Vi, наконец-то входит в мету. Возможно, входит. Может, на Na'Vi все и остановится. Потому что от троллей Фениксов и Шторм Спиритов в глазах рябит. Но здесь тоже, в принципе, не без данного тухляка. Снайпер появился в пике команды Na'Vi.
Шейкер для ТТ и Скайрос Маг с Клокверком тоже слишком частые гости. Ну что поделать, если игры выигрываются, надо брать этих героев. Две 300 уже на руках у Герокоптера. Я думаю, что МГБшка зайдет следующий для Герокоптера. Хотя, смотря как будут Нави давить. Мы прекрасно знаем, что у Хвоста по вопросам рапиры как бы не вопрос. Есть деньги, куплю. Кому она там дальше достанется, это уже такое. Дело десятое. Артстайл притаился в кустах. Так, релокейт пошел от Веспа. Герокоптер вместе с Веспом на топ-лейн, но это просто фармить. Это скучно. Квапа врывается на Веспа. Должен забирать здесь Санейка. Нет, промазывает Койк Васоник Вейвом. Ну и Койкву могут-то здесь и оставить. Нет, Койква у нас в итоге улетает. И улетает также Санейка. Кто-то пощекотали здесь Веспа. Висп в панике просто. Удачно влетели пофармить. Ну, самое интересное, что Койква не боится Хвоста. И может, в принципе, нормально рассказать тем, кто рядом с ним стоит. Нападать на Гира вообще вариантов никаких сейчас. Во-первых, скорость атаки, во-вторых, дэмэдж, в-третьих, сатаник, в-четвертых, Блэк Кинг Бар и скорость движения. Короче говоря, Герокоптер здесь просто-напросто Жан-Клод Ван Дам в свои лучшие годы. Нави отходят в собственный лес, обходят их команда Тинкер. Могли увидеть Дэнди. Видят Хвоста. В итоге Блэк врывается у нас Хвоста. Хвост уже проюзал. Нет, Хвост не проюзал у нас. Кулдаун просто через БКБ развалили флоу. Блэк тоже у нас отправляется в таверну. Дальше погоня за Пайлой Дайм. Найтсталкер побежал. У нас ночь на дворе, поэтому можно бить. Квапу у нас остановили. Квапа должна отсюда улетать. Ассасинейт по Квапе. Койква отправляется в таверну. И дальше за всей командой Нави. Эхо Слэм от Пинг Панды. Пинг Панда на лоу ХП. Развалили четвертого. Последний Пайлай Дай, последний из магикан в составе команды Тинкер. Тим Вайп от команды Нави. Расшатанные нервы Тинкеров не выдерживают. Good game, well played. Поздравляем команду Нави. Они приближаются на один шаг к победе в данном Best of 3. Игра получилась слаженной. Может быть, Тинкера не самые серьезные соперники. С другой стороны, Блэк как бы топ-2 на Интернешнале. Ну, Блэк в Тинкерах на самом деле не впечатлил с самого начала, и сейчас то, что произошло, возможно, стало весьма показательным. Неоднократно наблюдал я, как Блэк у нас на антимага фармил по 40 минут, а вся команда сливала катки. Ну что, поздравляем Нави. Пока что небольшая пауза у нас. Не забывайте заходить в нашу группу ВКонтакте, она прямо под Твичом. Ну и жмите фоллоу на Твиче. Все это абсолютно бесплатно, общение в чате абсолютно бесплатное. Поэтому пишите, если что, задавайте вопросы, постараюсь по возможности отвечать. Напомню еще раз, это студия Игрокам ТВ, у микрофона Друг. У нас 2-3 минуты паузы и врываемся на вторую игру. До связи.